садимся вместе, чай, кофе пьем и поем песни. Нам уснуть давно бы надо, только что-то нам не спится. Опять же, сейчас вот видишь, сейчас что-нибудь сыграешь, опасно. А вдруг эта песня какая-то не такая? А вдруг ее кто-то когда-то исполнял, который теперь уже и не наш ни разу? Самые актуальные песни для нас, которые есть, это песни про Великую Отечественную войну, на самом деле. Почему-то, мне кажется, они очень подходят. Очень подходят. Потому что их писали во время войны, люди, которые воевали. И они знали, о чем писали, мне так кажется. Я не играл такую песню, хочу вам для вас ее сыграть. Может быть, вы ее оцените. Смерти не страшна, с ней не раз мы встречались в степи. Вот и теперь надо мною она кружится. Ты меня ждешь, и у детской кроватки не спишь, и поэтому знаю, со мной ничего не случится. Есть такие песни, да, под настроение. А так вот эту песню слушаешь, понимаешь, как вот, как будто рисуют, понимаешь. Вот прям вот даже сейчас, да, степь есть, есть, ветер, пули, все это есть. Сейчас эта песня отпечаток оставила, так? Обязательно, обязательно. Они не могут отпечаток не оставлять, если эта песня хорошая. Нежные речи, девичьи плечи, помню про небо и воль. За них желанный кровати тайком ты слезу утираешь. Как я люблю. Одних только песен за эту войну сколько насочиняли. Да. Дружба дружбой. Все.